субботу в Самарской области переменная облачность, гроза, возможен небольшой дождь. 30-33, жары днем, ночью 22-24, выше 0. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, гроза, днем плюс 33, ночью плюс 24 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем 32, ночью 23 с плюсом, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 32 градуса, ночью 23 с плюсом, юго-западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, температура воды в реке Волга 21 градус, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.